Опять заволновался я за старшего. В Крым уехавшего сына. Прочитав то сообщение, что о подготовке Зеленский заявил к захвату Крыма. И поскольку от моей страстишки клипов записи еще не придумана вакцина. Напоминание всем в этом клипе о пословице. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Себя стараюсь оградить от страхов разных, на себя нажима. Но пока что-то плохо получается. А ведь просил я сына не спешить возвращаться в Крым. Но, как говорится, сердце отца к сыну, а сердце сына в дорогу.